Храните семена годами, надеясь на проверенный высокий урожай. Будьте осторожны. Все семена имеют срок годности, после которого в их схожести можно усомниться. Например, срок хранения семян сельдерея всего 4 месяца. Укропа – год, моркови – от года до 3 лет. Семена свеклы можно хранить 10 и даже 20 лет, а фасоль, только представьте, не теряет своей схожести до 700 лет. Если в хозяйстве вы используете свои семена, обязательно перед полевыми работами проверьте их жизнедеятельность. Сейчас времени для этого еще предостаточно. Определить схожесть просто, надо создать семенам благоприятные условия для роста. Берем семена любой культуры и помещаем их между двумя слоями марли. Ну, достаточно 10 семян, то есть много семян не надо, вы определяете примерную схожесть. Рассредотачиваете семена по поверхности вот этой вот марлечки. Закрываете, чтобы вода не испарялась. И увлажняете. Сверху прикрываем семена тарелкой и ставим в теплое место. Достаточно комнатной температуры в 20 градусов. Периодически, ну где-то раз в день нужно вот так вот проветривать, да, чтобы там не заплесневело это все. И периодически смотреть, проросли или нет. Пророщенными семенами считаются те, у которых появились корешки или ростки. У каждой культуры есть свой срок всхожести семян. Если, например, редис не дал ростков через 7 суток, а кабачок через 10, даже не пытайтесь сеять такие семена в открытый грунт. Если срок уже прошел, то уж если они в лабораторных условиях, в идеальных условиях не проросли, в поле они точно не прорастут.